Друзья, добрый вечер, с вами опять Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мой основной канал, я хочу представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, и я являюсь журналистом. Ну, под данным выпуском вечерним, у нас сегодня с вами вечерняя прогулка, я оставлю ссылку на мой второй канал, где мы больше говорим, мониторим политику Италии, Европы. И ниже оставлю ссылку на мой телеграм-канал. В общем, я решила сегодня выйти прогуляться. Это полезно перед сном. Посмотреть на оттенки нашего неба и рассказать вам последние наши события. Давайте вспомним. Вот несколько вечеров тому назад я вам сняла видео. Вот именно на этом канале я помню точно, что это видео вышло. Про съемку фильма. Что вот у нас сейчас в нашем, здесь в наших городах одна американская съемочная группа, она снимает фильм. Давайте также вспомним, что несколько вечеров тому назад я здесь у нас в Кичану встретила Сильвию, мою коллегу немецкого экскурсовода. Она снимается в массовке. Вот в этом фильме она приехала из Рима. И, в общем, этот фильм, он снимается не только у нас в Кинчано-Терми, он снимается и в соседних городах. Мы с вами были несколько дней тому назад в Пьенце. Помните, там тоже съемки проходили. Так вот, это вот одна и та же съемочная группа. Давайте мы сейчас с вами вспомним историю вот того несчастного парня, Покемона, у которого, ну, пекарь, и он из Фаяно, соседний город, там, где проживает Андрей Сергеевич Кончаловский, что он стал покемоном. Вот, это и смех, и грех. Но это правда жизни. Просто какая-то итальянская комедия. Но, по-моему, у нас сейчас не жизнь, а трагикомедия. Если определять сценический жанр. Помните, да, что он, значит, стал покемоном, быстро с низкого старта стал покемоном, и с низкого старта поехал на съемки, которые проходили у нас здесь в Кинчано-Терми, в районе Терм. То есть, ну, термы, где проходят всевозможную реабилитацию, где проходят всевозможные косметические манипуляции делаются. Ну, там действительно хороший внутренний парк. В прошлом году, вы помните, я снимала там тоже репортаж, я брала интервью у Себастьяно Сомма, у известного итальянского артиста, который в итоге стал нашим соседом. Ну вот, пока он ехал, у него раздуло мошонку. То есть мошонка стала невероятного размера. Ну, как результат покемонизации. Ну, такого размера, примерно, как мне описывали, я не видела. Но мне рассказывали. Ну, примерно, как голова у Киселева с канала «Россия-24». Тоже еще тот покемон Киселев. Понятно, что это произошла аллергическая реакция. Вот. Но, как вы понимаете, для того, чтобы избавиться от аллергии, надо избавиться от возбудителя. А каким образом-то сейчас можно в его случае избавиться от возбудителя? Избавиться от возбудителя нельзя. Возбудитель, он же засел, скажем так, зашифровался, находится внутри и, видимо, по всем местам распространился. Ну, получилось так, что некоторые мои подписчики мне написали: да нет, такого не может быть, это ты все придумала. Давайте поступим таким образом. Значит, если кто-то проживает в нашем регионе, а у меня среди подписчиков в нашем регионе, оказывается, людей достаточно много, кто проживает, вот. Поэтому, если вы похрабрее, нежели чем я, мне храбрости тоже не занимать, но вы можете поехать в Фаяно. Фаяно находится недалеко отсюда. И вот прямо в центре, там имеется пекарня, достаточно известная пекарня. В хлеб очень вкусный, кстати, такой прям вот как корочка тоненькие они выпекают. Я поняла, что за пекарня. Можете сходить туда и задать вопрос. И поснимать его. Он уже выписался. Но только без мошонки. Без мошонки. Поэтому этот случай, он, я не знаю, насколько он стал знаменитым в нашем городе, но
в общем-то, скажем так, вот на посиделках в нашем городе об этом говорят. Я не проверяла, у нас проживает 7 тысяч человек в Кинчано-Терме. Знают ли у нас все об этом? Ну, в общем, скажем, вот мои друзья, они наслышаны. В общем, что произошло? Какое-то время вот он там находился, как я называю, в автосервисе. Потому что когда покемонов их крючат и плющат, вот они попадают в автосервис. Какое-то он время там находился, но поскольку автослесари, они не могли удалить источник никаким образом, потому что таких еще пока приспособлений не придумали. В общем, то так, то так, то так, то так. Ну, там давали какие-то, ну, вроде говоря, там против аллергии, то, что положено. Вот, ну, на какое-то время помогало, потом опять все вот таким вот образом. Ну, в общем, становилось это вот проблематичнее, проблематичнее, проблематичнее. Ну, в общем, вот как мне сказали, что, ну, те, кто мне сказал, у меня нет оснований не верить. В общем, они решили сделать ампутацию этого органа. Я не знаю, только мошонки или, скажем так, бы это было более радикально, как у папы римского сейчас, но у папы у него сзади. А у этого спереди, вот, слышали, да, у меня на основном, на втором канале я записала сегодня видео по поводу Папы Римского. У Папы Римского у него очко слиплось, вот так вот, поэтому он сейчас находится в Джемеле, ему там, вот, видите, какие времена у нас интересные, вот, а с этим, в общем, думали, там, автослесари у нас местные, ну, в общем, решили, ладно, хрен с ним, потому что другого выхода не было, потому что они боялись там всевозможных, ну, проблем, распространение проблем. Ну, в общем, вот такая вещь произошла. Но теперь у нас говорят, что это, оказывается, не единственный случай. Понятно, что это аллергия. Понятно, что это аллергия. Но это вот вопрос, кстати, к Мясникову. К Мясникову с канала «Россия-24». Потому что Мясников, он сказал, что, значит, перед обрядом по демонизации вообще ничего не надо, никакого техосмотра не надо делать. Пришел там, значит, стал покемоном, и все. А вот как с таким случаем это делать? Парень-то молодой, ну как там молодой? Кто говорит 45 лет, кто говорит 46 лет? Все. А скопили. Фульмины, смотрите, мальчик-засранчик пришел. Вот он, фульмины, фульмины, мальчик-засранчик. Как только не выйду, сразу у нас фульмины. Фульмины, мальчик-засранчик, ходишь? Мальчик-засранчик, фульмины. У тебя-то вон писи есть. Видно, да, о, пописал. Видишь, как тебе хорошо. По сравнению с пекарем. Пекарь, он уже так не пописает фульмины, как ты, да. У пекаря, у него сейчас все по-другому. Так вот вопрос-то у меня к такому, как Мясников, вот когда он там бакланил, сидел, что ничего не надо, пришел, хряп-хряп, и как фишка ляжет, да? А потом вот результат, что фульмины счастливее, нежели чем пекарь. Да, фульмины? Хорошо быть кошкой, хорошо собачкой, да? Где хочу пописаю, где хочу покакаю. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Где хочу пописаю, где хочу покакаю. Да, а пекарь он... О, молодец. Счастливый ты пес. Ну вот я хочу сказать, такие случаи, вот такие особенные, я, конечно, их в тетрадочку записываю. У меня такая студенческая черта. Все вносить в тетрадь, записывать. Событий много, какие-то банальные, а какие-то прямо совсем не банальные. Как случай с мошонкой. Не, ну такое не забудешь, конечно, такое точно не забудешь. Ну, какие-то нюансы. В общем, я это конспектирую. Вот я прям-то отдельный лист выделила под этого парня. Я вообще хочу Фаяну съездить, с ним познакомиться. Но, как понимаете, я сейчас в данный момент этого сделать не смогу. Ну, вот, вот так вот, как этот краник. Я его тоже... Краник вот кранику лучше, чем парню. Видите, у краника у него вот такая штука есть. Вот. Поэтому так-то уж прям я его поснимать не смогу, как вы понимаете. Придется... Ну, познакомиться, познакомлюсь. Вот. Ой, фульмины. Мальчик-засранчик прибежал. Да, фульмины, он здесь. Он по ночам шляется здесь у нас. Каждый вечер, да. Ну вот. Поэтому, ну не сейчас, но я поеду в Фаяну. В общем, если кто-то хочет, приезжайте. Может, он когда-нибудь, этот пекарь, станет местной достопримечательностью. Ну, в общем, доходят слухи. У нас же маленький город, друзья. Это вам не Рим, это вам не Милан, это вам не Флоренция. Это маленькие городки у нас. Вот, поэтому у нас такие вещи, они расходятся. В общем, что это вот такая аллергия, аллергическая реакция, она не первая.
оказывается, именно чтобы вот по мошонке. Ну вот как интересно, видите, люди у нас живут в нашем маленьком городке, но он не из нашего. Ну, в общем, вот сделали такую вещь ему. Надо Мясникову отправить. Надо будет познакомиться с ним, с пекарем. Вот. Ну, в принципе, как бывший врач-то я могу, наверное, сказать ему, пока вы. Ой, меня потом уж бросят. Наверное, не надо будет этого делать. Ну и просто Мясникову, чтобы отправить. Мясникову. Он же говорил такие вещи, Мясников. Ну. Показать же хочется. Похвастаться. Что у нас. Будьте вам любезны, как. Вот такое он знает или не знает. Мясников. Такие случаи. Вот, ну я вот к чему. Вот папа римский. Ну Берголи, у нас же нет папы, у нас есть Берголи. Вот он тоже все там, покемоны, орал, кричал. Ну у меня вот, на кто не посмотрел, на втором канале вы это сможете все увидеть. Ну, а сейчас очко слиплось, видите, как бывает. Ну, а Мясников не боится, что после советов, таких, какие он дает, у него, например, вот как... У пекаря будет. Ведь Бог не Тимошка. Бог он видит немножко. Вот надо всем, чтобы все обратили внимание. Илларион, митрополит. Прежде чем советовать, да? О! Прежде чем... Что это парень-то, пекарь? Один-единственный. Он должен за всех отдуваться своей мошонкой. Вы мне ответьте. У нас все здесь обсуждают. Вот, все. Вот эту тему. А то он, Илларион, возмущал, что ему Инстаграм снесли, потому что он там, значит, это, на Инстаграм он там за покемонов был. Илларион, так нет, это не может быть, с этого не может быть никогда. За это не сносят, за это как раз, когда ты за покемонов, тебе ни одну платформу не тронут. Это наоборот, когда происходит, поэтому пусть он не свистит, он там, небось, покемонш. Каких-нибудь не в том смысле, а вот в другом смысле, других что-нибудь распространял, небось, поэтому и снесли. Просто даже как неприятно стало от такой брехни Иллариона, митрополита. Вот докатились мы, а? Докатились. Он там не то покемонил. Совсем другое что-нибудь, неприличное. Вот и снесли. Вот, друзья, так что видите, какие интересные у нас времена, а? У папы римского, у Франциска, у Берголи. У нас же нет папы, у нас есть Берголи. Берголи – это его фамилия. Вы спрашиваете у меня, что такое Берголи? Берголи – это его фамилия по рождению. Он же у нас биологический итальянец, он из Пьемонта, его родители из Пьемонта, это север Италии. А родился он в Аргентине, поэтому Берголи – это итальянская фамилия. Поэтому он аргентинец, но по факту он итальянец. Вот, поэтому у него очко, вот. А у пекаря – мошонка. Видите, какие интересные времена, вот так и живем. Обхохочешься, а? Вот почему я с Берголио все вот это сопоставляю, потому что, ну, если бы про Берголио нельзя было бы прочитать в интернете там статьи, что у Берголио с очком вот такая вещь произошла, ну, вы мне тоже сказали, да ну ты придумываешь. Я не знаю, кстати, Берголио, он покемон или не покемон, они же говорят, что они все покемоны, а там на самом деле мы ж не знаем, как оно, к чему. Вот, но знаете ведь, как у многих вот эта часть тела, сейчас же по-модненькому как это, да, она достаточно натренированная, достаточно, скажем так, извините, не перед сном сказано будет, не на ночь глядя будет сказано, разношенная, вот, все может быть, а? А это вот тут есть такая буква в этом слове, что вот кто тренирует себе данное место,
не так вот, как Боженька заложил. Вот оно и природа, она начинает таким образом, как говорится, сопротивляться. И прилетает. Ну все, может быть, я ж не знаю, я свечку не держала, я не видела. Ну, разговоры, как говорится, ходят. Ну, по-любому, вы же про Берголио можете загуглить в итальянской версии, ну и через Google Translate перевести. О, у нас здесь Эмиль живет из банка. Он Сосьете Женераль. Я вам про него рассказывала. Чуть тут дверь нараспашку оставил Эмиль. Он банкир. У него в хорошем месте, видите, квартирка. И все его три этажа. Но он на пенсии, такого же дяденька. Знаете вы его, я вам его представляла. Вот. Он Атали, кстати, хорошо знает. Лично Жака Атали. Вот. Я к Жаку Атали плохо, а он Эмиль к Жаку Атали хорошо. Он говорит, он умный. Я говорю, ладно, там он умный, но это не значит, что если он умный, он всем добра желает. По-моему, Эмиль или не Эмиль, не вижу я отсюда. Кто там вышел? Просто думала, если Эмиль, вам, вас с ним познакомить, тех, кто не знает лично Эмиля. Нет, закрыли просто дверь, наверное, его жена. Думала познакомить вас с ним. Вот, но банкир, он не может желать добра. Эмиль хороший, а так Жак Атали, он не мог желать людям добра. Ну вот и Эмиль наш, он говорит про него хорошо, про Жака Атали, что умный. Ну это, как говорила Фаина Георгиевна Раневская, что талант как прыщ. Вскакивает на любом лице. Также может вскочила и на лице Жака Атали. Жак Атали, он был консультантом Митерана по экономическим вопросам, тоже такие перлы выдавал, помните, да? Ну так вот, возвращаясь. Ой, какая прелесть. Прелестная. И собаки на них едет. Вот. Классная машинка. Ну, просто соседи у меня, они все знают, что я блогер. Вот, им приятно попадать в кадр. Они считают так, наши соседи, что я просто у нас в городе, вот здесь, я снимаю такой своеобразный сериал. В общем, они все охотно здороваются и знакомятся. В общем, с Эмилем нам сегодня не повезло. Познакомлю вас с ним в следующий раз. Который час? Уже 10. Вот так. Так что, мужики, берегите мошонку. Правда это чистая. А тот, кто пишет неправда, вот посмотрите. Через несколько месяцев я туда съезжу. Фаяна. И засниму пекаря, но издалека хотя бы. Да. Сейчас все перетрут как следует эту историю. Потом я приду на все готовое. Хотя, с другой стороны, жалко мужика. Надо, чтобы у Мясникова такое случилось. Раз он говорит, что, а можно сделать и все, как фишка, стать покемоном по принципу, как фишка ляжет. Ничего не требуется. Никаких проверок предварительных. Ну вот кто такое говорит, пусть с ним такое произойдет. Что скажете? Друзья, ну вот, прогулялись мы с вами на ночь глядя. Хороших вам снов. О. Пусть каждому из вас, кому Мясников, кому Соловьев, кому Брилев, кому, ну, у нас здесь этот Бассетти, чтобы приснился. Тем, кто в Италии живет, вот
в таком виде, как в каком пребывает сейчас наш пекарь из Фаяна. Вот, и папа с очком со своим замкнутым. Ну, у него уже все в порядке. 3 часа ему там буборили. А? Франциску Бергольо. Так что вот так вот у нас. А вы думали, в рай попали? Ну вот, все, стемнело. Стемнело. Друзья, спасибо большое, что смотрите. Я вас очень люблю, очень ценю всех моих подписчиков. Друзья, и мы с вами увидимся завтра.